Две человеческие жизни были потеряны в одно мгновение. Сегодня на пересечении проспектов Чулман и Ешлек произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Водитель легковой машины не уступил дорогу экскаватору на базе КАМАЗа. И в результате водитель ВАЗ-2114 оказался буквально подмят многотонной спецтехникой. Большой груз фактически продавил его салон. Ну, я тут ехал по главной дороге. Вот они здесь отсюда выскочили, прямо под колеса. Даже не уступили ничего, не притормозили даже. В 14-й находились двое – молодой человек, 86-го года рождения и 20-летняя девушка. Удар по легковой пришелся сбоку. После столкновения оба автомобиля оказались на разделительной полосе. Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Истинные причины аварии установят следствие. Водитель автомашины ВАЗ-2114 проигнорировал знак движения 2-4. Предоставление преимущества двигающим по главной дороге. Проигнорировал, к сожалению, этот знак и выехал на дорогу проспекта Ешлек, где совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ.